Друзья, сегодня запускаем стерлить. В этот пруд мы уже запускали калугу, запускали сюда карпов кои. А сегодня мы запускаем стерлядку. Грамм 600-700 навеской. Запускаем 40 килограмм. Ром, 40, да, пришло? 40 килограмм. Ну, вот такая красавица у нас. Мы брали ее с холодного хозяйства. Не с УЗВ. Соответственно, она у нас привыкшая к холодной воде. Вода у нас 10, 9,8, 9,4. 9,4. Пришла уже сюда вода 9,8. У нас в пруду 11 градусов вода. До 1,5 килограмма стерлядь растет очень быстро. Я думаю, в этом году 400 грамм она прибавит. В следующем году до 1,5 килограмма дойдет. И годика через 2-3, я думаю, что, может быть, уже будет с икрой. Стерлядь, она вообще рыба, как мне сказали, она повкуснее. Я, честно говоря, сам не ел еще пока стерлядь. Но она повкуснее сибирского осетра. Сибирский осетр более сухой, стерлядь более мягкая, более жирная. Поэтому, друзья, она не растет, конечно, такой большой, как сибирский осетр или как белуга, калуга. Но, говорят, она вкусная и очень быстро дает черную икру. У нас клиент просил именно стерлядь, потому что сам клиент у нас в Сибири и стерлядь ловил с детства. И просто он эту рыбу очень любит. Соответственно, специально для клиента мы искали стерлядь и нашли в хорошем хозяйстве. Оставим, кстати, ссылки в описании. Хозяйство хорошо тем, что оно не теплое, не УЗВ, а просто рыба растет просто в обычных условиях в пруду. Растет, конечно, не так быстро, как УЗВ, но зато более неприхотливая к холоду и к остальным болячкам, я надеюсь. Ну что ж, друзья, смотрим дальше. У нас еще впереди 30 килограмм рыбы. Поехали. Так, у меня еще стоит. Так, снимаешь, там есть трек? Да? А? Не-не, просто... О. Так, я руку... О! Остужу ручку. Руку остужу. Поближе подойди, покажи. Вот так. Видите, друзья, рот у нее небольшой. Не как у калуги. Тут у малька калуги, кажется, рот больше, чем у стерляди. Посмотрите, маленький рот. Она будет у нас питаться личинками. Насекомых. Бентосом и так далее. Будет есть корм карповый. Если он утонет. О, такие красавцы. Ну, главное, она в рот калуги не поместится. О, красота. Смотри, новые условия, лежат, привыкают, никуда не бегают, не дергают. У нас еще вот погибшая рыбка лежит с прошлого зарыбления с карпов. Да, надо будет вытащить. О, что-то всплеснулось-то. О, это форель, форель прыгает. Да, в этом пруду у нас еще форель. Точно, но форель в течение месяца планируем выловить. Да, друзья, тут такой прецедент произошел. Мы запустили стерлядь, и сейчас брачный сезон у жаб, у лягушек, и одна жаба прыгнула на голову рыбе и прям облепила ее, или еле отодрали, пришлось с очком выловить рыбу. И напишите, кто в курсе этих ситуаций, пожалуйста. Я слышал, что некоторые жабы могут так нападать на рыбу и приводить к летальному исходу. Если кто в курсе, пожалуйста, в комментариях напишите об этом. Интересная история. Ну, стерлядь мы особо не передерживаем в этой воде, потому что у нас по температуре разница всего градус. 10 градусов и 11.
Ну, стерлядочка, конечно, красивая рыбка. Смотрите, немного желтенькая, 4 усика и маленький рот. Ну, в силу того, что она не хищник, рот у нее маленький. Но бестер, уже гибрид белуги со стерлядью, имеет уже большой рот, потому что его папа или мама является белуга, а белуга уже хищник с большим ртом, с большой головой. И бестер растет уже быстрее. И... Но икру дает, наверное, не так быстро, как стерлядь. Она тоже быстрая в этом плане. Но стерлядка лежит, привыкает. Я думаю, сейчас она свыкнется полчасика и уйдет на дно. По закону жанра. Так, а, вот. Все. Да. А, давай поймаем, не поймать? Это вот что-то он запутался. Вот этот вот товарищ. Надо здесь. Пока еще она. Так, о. В силу того, что они вот такие все с костями, они могут запутаться в нитевидных водорослях. Но этот не запутался, ладно. Но у нас есть видео, где мы вызволяли из плена нитевидных водорослей одного осетра. Так, у них вот эти косточки внешние, жучки, они цепляются за нитевидку и наматывают. Так, ну что? Эх, следующая партия у нас. Денис, а вы не хотите собственноручно их? Не? Ну давайте, плывите, все. Да, красивая рыбка. Я думаю, что они должны на мелководье выходить. Здесь будет теплее, будет здесь еды побольше. Будут выходить. Так, ну что, померяем температуру, сколько у нас здесь. Я думаю, еще, может, чуть меньше этих. Где-то треть, наверное, от этого еще осталось. Ох ты, зря я так его бросил, конечно. Как он полетел, прям ударился. Так. Ну что, показывает пока 13,5, но это вранье. У нас здесь 14 градусов, это температура воздуха, 13 на солнце. 11 миллиграмм на литр, и температура падает. Я думаю, до 11 она упадет. Подождем. И осталось совсем чуть-чуть. Так, ну мы ее несколько минуток подержали в смешанной воде. Я думаю, достаточно. Не будем мучить. Так, вот они, красавчики. Вот, плывите к своим. О, бодренькие некоторые. О, большой. Вот. Ну, плыви. Севрюгу бы еще где найти. С длинным носом. Но севрюги вообще нет. В этом году хоть калуга появилась с белугой. Все, друзья, осталось еще одно ведро и завершаем. Так, друзья, ну что ж, завершаем запуск стерляди. Вот такие красавицы.
Через годик покажем вам, как они выросли. А вот у нас окушок случайно попался. Но он не выжил, к сожалению. А может, выживет? А будем окунь отправлять? Все равно появится. Не, не выжил. Эх, жалко. Побили окушка. Ну вот у нас встречаются и такие экземплярчики небольшие. Эх. Ну что ж, друзья, мы завершили запуск стерляди. Оставайтесь с нами, мы с вами. Я желаю всем добра.